Мы вот отдохнули, начинаем индивидуальную работу. У каждого своя любимая асана, которую нужно строить и строить, достраивать, достраивать. Еще один наш великолепный инструктор, Танечка Васюкова, она объясняет Пашчиматанасану, показывает всем, как правильно вытянуть спинку, как правильно выгнуть, тянуть от области таза. Ну и, естественно, все будут стараться выполнить эту асану. Так, все посмотрели? Посмотрели, хватит смотреть. Давайте все начинаем работать по Пашчиматанасане. 5 минут все продержим по Пашчиматанасану. Да, давайте, давайте, девчоночки, давайте, мои золотые, вы уже хорошо отдохнули, прекрасно отдохнули. Так, Танечка, ложись полностью, показывай, вот, вот, вот. Ну, она объясняет, ей некогда до конца ее выполнить, она объясняет каждый этап. Ну, вот такая девочка у нас, прекрасный инструктор, красивая девочка, очень внимательная, очень... приветливая, ну и работает с вами так, чтобы вам прямо все-все-все помочь сделать правильно, основательно, не боится вопросов, все объясняет, все старается довести до конца.